Приветствую вас, друзья, с вами Варчик. В этом видео поговорим с вами про новое событие, которого никогда не было в мире танков. Вот вообще никогда. И вы, может, уже сразу подумали, и чего же не было никогда в танках? Патчи, которые улучшают игру? Нет. 2D-стиля, который дает тебе возможность поучаствовать в турнирах за 350 голды. Такого реально никогда не было. Да и к тому же, цена набора, где находится этот стиль, 390 рублей, на 100% отправляется в призовой фонд финального офлайн-турнира 7x7. Видимо, кульминация этого события. То есть, сколько мы этих наборчиков по 390 рублей наберем, такой призовой фонд и будет. Это, конечно, все в шуточной форме. Сейчас поговорим подробнее. Хотя на самом деле подробностей еще мало. И первая новость, которая вышла по легендарной семерке, она какая-то скудная на подробности. То есть набор уже доступен к продаже. Набор называется «Новый рассвет». Стиль 2D тоже называется «Новый рассвет». Он выглядит вроде как хорошо, красиво. Там ковбойчики, там туда-сюда. Рыжо-темненький стиль. Уникальные отметки на стволе. В придачу еще у нас 5x5 в этом наборе. Стоит 390 рублей. С 21 марта можно покупать по 16 мая. Казалось бы, уже просто мы видим этот стиль и, видимо, уже хотим его купить. Пофиг, что нам не нужны X5, у нас все ветки прокачаны. Пофиг, что 390 рублей это не самая дешевая цена за 2D стиль, но, в принципе, и не самая дорогая. В общем и целом пойдет. То есть мы уже, видимо, должны купить это или хотеть купить. Но основная фишка этого стиля не только в том, что он есть, и то, что тут еще уникальные отметки, а в том, что это прям событие, легендарная семерка. Можно, конечно, здесь вставить шутку, что легендарная семерка — это те 7 человек, которые в боновом аукционе на глобальной карте купили 121b за боны, они тоже заслуживают названия легендарная семерка. Но на самом деле легендарная семерка — это новое событие в мире танков. И что оно собой представляет? Несколько этапов, доступных всем игрокам, как в случайных боях, так и турнирах. Боевые задачи с различными наградами в игре. Крутые розыгрыши с физическими и внутриигровыми призами. Целая серия отборочных турниров, кульминацией которых станет большой офлайн турнир 7x7. Ну и самое главное, это то, что призовой фонд определяем мы сами путем покупания вот этих вот наборов за 390 рубасиков. Но прикол в том, что все вот эти вот розыгрыши, какие-то там боевые задачи, турниры, там серии отборочных и так далее, про них подробностей нет вообще. Пока что. Вот на момент, когда я записываю видос, доступен только один турнир. Вот тут серия турниров, стильный турнир, который у нас начнется 1 апреля. 15 МСК, их, я так понимаю, тут будет 2 штучки, в 15 МСК и в 15.45. И эти групповые этапы, максимум в них мы можем, если займем первое место, выиграть 350 голды. 8 уровень, 1 на 1. Если до 30 марта 23.59 МСК мы успеем зарегистрироваться и перед этим еще и купить этот набор, то мы участвуем в турнире. Если мы не купим набор и не зарегистрируемся, то нет. В принципе, все просто. То есть только те люди, которые купили этот наборчик и у них есть этот 2D стиль, только они могут принимать участие в этих турнирах и в остальных событиях легендарной семерки. Вот в чем суть вот этого всего. То есть мы покупаем этот набор, и нам открывается дверь в мир невиданных розыгрышей, турниров и остальных событий, потому что их реально не видно. Пока что непонятно, что там. Если там все турниры на 350 голды, то это прям шикарно. Но по сути, этот стиль стоит, как и должен стоить 2D стиль. А все остальное, турниры и так далее, это уже просто получается бонус. И может быть, если мы там что-то где-то выиграем, поучаствуем в каких-то там боевых задачах, в рандомчике, в розыгрышах, там в турнирчиках, что-то где-то выиграем, то это мы еще и сверху типа наваримся. Так получается. Но вот если нам не нравится этот 2D стиль, и он нам не нужен, допустим, у нас много стилей, или нам просто на них пофигу, то вот эти вот все розыгрыши, турниры и призы, то есть оно должно нас заинтересовать, а оно все пока что неизвестное, кроме одного турнира на 350 голды. Короче,
первая новость какая-то не сильно открывающая понимание того, что можно выиграть. Вот, в принципе, и все, что я могу вам рассказать. Я этот стиль купил. Радости нет предела. Ведь какой стиль не наденешь на танк и какой танк не выберешь, все равно ты будешь наслаждаться той же самой игрой, которая и есть. Те же самые 42 замечательнейшие карты, прекраснейшее оглушение на лицо и непревзойденные лопаты вместо пушек, которые копают черенками землю. Все это включено и всегда доступно нам бесплатно в мире танков. Поэтому пишите свое мнение в комментариях. Я прям во всем буду участвовать. На эти 390 рублей оторвусь на всю катушку. С вами был Варчик, играйте красиво. Пишите свое мнение в комментариях. Всем удачи и пока.